Всем привет! Сегодня мы будем строить супер мощную ТНТ-пушку в Майнкрафте. Я буду использовать железные блоки, вы можете использовать любые другие. Сначала строим 4 ступеньки. Здесь оставляем этот блок, ставим повторитель и у него вторую задержку, а вот здесь редстоун. Сзади ставим 2 красных факела и еще один спереди. Спереди липкий поршень, смотрящий наверх, и блок слизи. Тут тоже ставим повторитель, но только у него уже третья задержка. А передний красный факел ставим раздатчик. А сверху повторитель ставим липкий поршень и блок слизи. Ну, все готово, теперь вот здесь ставим кнопочку. И в раздатчик нужно положить динамит. Давайте проверим, что у нас получилось. Хорошо, теперь нам нужно увеличить в размерах эту пушку. Все механизмы заново повторять не надо, только поставить блоки слизи, раздатчики и все. Сразу зарядим раздатчики динамитом. После всего этого еще проведем редстоун, чтобы раздатчики могли активироваться. Сверху тоже нужно поставить сливаемые блоки. Проверяем. Все работает, поэтому мы сделаем эту пушку еще сильнее и построим все то же самое еще раз. Теперь нам нужно провести редстоун к низу, но строим все это на один блок ниже, чтобы сигнал передавался. Я очень надеюсь, что вы поняли, что я сказал. У нас здесь почему-то все активировалось, я понял, потому что здесь стоит красный факел. Просто переставим блок. Теперь все нормально. Все работает, только мы забыли на верхний этаж положить динамит. Все, я все разложил, давайте проверять. Я не успеваю долететь до места взрыва, поэтому я провожу редстоун. Не забуду проложить повторители для увеличения сигнала. Вот и все, давайте проверять. Это если что, делать не обязательно. Все очень хорошо работает, если эту пушку поставить рядом с крепостью друга, скорее всего он ее в другом месте построит.
На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!